Друзья, всем привет! Сегодня находимся на ярмарке. Ярмарка, город Кропоткин, Краснодарский край. Сделаем сейчас обзор, посмотрим птицы. Попугаи, канарейки. Сегодня ветер сильный, вот видите, сейчас только клетка упала. Посмотрим попугая. Там разные. Они у нас. Ну такие вот красавчики прям перед входом. А вот волнушка. То ли выставочная, то ли смешанная полукровочка. А в какую цену такие волнистые у вас? Крупные? 1000 рублей. Дайте ручные, как раз, нет? А вот тут не разлучники. Все, желтые, зеленые неразлучники. Также карел вот там много. Сегодня большой выбор, много птиц, людей приехало. А вот всем известный новинка. Волнистый попугай. Цена 500-550, кто как договорится. Голуби на солнышке. Здесь вот разная красота изделия для сауны, для бани. Друзья, вот кто ценит, уважает ручной труд, молодые люди изготавливают такого плана клетки. Обратите внимание, первый раз такое вижу на ярмарке. Интересная, конечно, работа. Все зазоры, все четко сделано. Даже вот клетки, смотрите, для птиц из такого материала. Кого заинтересовало это, как объявление не скажешь, но, в общем, вот номер телефона, звоните, спрашивайте, что, как, почем, зачем, для кого подходит. Вам ребята все подскажут. Вот, видите, как смотрится. И скворечники, и клеточки. Также ребята разводят хороших волнистых попугаев. А волнистые у вас почем? Вот, волнистые 400, девочки, мальчики 500. Идем дальше. Друзья, на россыпь есть корм, есть черви. Вот, пожалуйста, и черви, и корм. Это для волнистых или для попугаев? Для любых? Для канареек. Для волнистых, для канареек. Вот, пожалуйста, человек занимается. Удобно, взял, в карман положил, пошел. Птичка накормлена. Идем дальше. Видите, как ветер? Якобина. Шалевые. Декабрист. Разные. А здесь? Да, братуха. Красавчики. Привет. На рынке. Друзья, сегодня на ярмарке, впервые за историю ярмарки, работает баня. Веник выдается, вон, видите, даже очередь собралась, люди участвуют, парятся, греются, здоровье приобретают. Приезжайте. Большой ассортимент, выбор карел. Кокарики оливковые. Давай на руку возьми. Друзья, большие нутрии. А как порода называется? Черная канатка. Давайте номер телефона скажем. 218-277-00-59. Обращайтесь. Что, даже достать можешь, показать, да? Конечно. Давай посмотрим. Вот такая вот мордашка. Все, спасибо. Спасибо, пойдем дальше. А там это брехня, там 4 месяца. А сколько такой стоит? 10.
10 с прививками, да? Первая прививка. Первая есть. Молодец. А родители можете показать? Да. Поживой. Верхний, да. Друзья, западочки. Номер телефона 8-928-231-61-07. Западки. Сейчас западочки появляются у нас из бука и из дуба. То есть есть уже два материала. Самцы поющие. Возможно, доставка. Также звоните, обращайтесь на WhatsApp, пишите 8-928-231-61-07. Обсудим, может быть, сделаем доставку. Также есть переноски, кормушечки, поилочки, неразлучники. Кто забыл, за гнездышки для канареек. Вспоминаем, приобретаем. Идем дальше. Также сегодня на ярмарке есть хорошие переноски. Обратите внимание, очень удобно. Раз, два. Сюда поилка вставляется, и птица ваша едет с водичкой. Покажите, вставьте, пожалуйста, поилку, я покажу, как выглядит. Вот, друзья, прям с поилочкой, удобно очень. Птичка едет, воду пьет, по сторонам смотрит, все хорошо. Много сегодня, много птицы. Можно выбрать хороших, средних, удовлетворительных. Все нормально, идем дальше. А здесь птица на любой кошелек. И вот тут правило есть. Не пугать, руками не мотать. Здорово. Ого, какие глаза! Хоп. Спрятался? А вот он, вот он. Красавчики, да? Надо вот заводить таких. Друзья, большой ассортимент карел, молодежь. Цвет, смотрите, какой классный. Вот самый ходовой цвет. Все зоомагазины, любители. Говорят, что хороший цвет. И неразлучники прекрасные. Цена договорная, так что где 1500, где 1800, где 1400. Идем дальше. Вот подрастает новое поколение канароводов. Попугайников, голубятников. Здрасте. Ваши канарейки, да? Вот, человека. Я думал, ваши. Какую цену у такой красавец? 2,5. 2,5. А такой красавец? Тоже, они все по 2. Все по 2. Скажите, а песня у них как? Можно описать там, что поют, что берут? Это цветная канарейка. Она... Цветная, да? Да. Тут она в основном на цвет. Самое большее, это у нее 4 колена. 4 колена. В общем, здесь... В основном туры идут так. Туры. Вот. А вот певчая. Вот певчая, это до 80. Сейчас посмотрим. Владимирский Централ они вот поет. А? Владимирский Централ они берут. А певчий какую цену этот желтый? Желтый 5. 5 тысяч. А какой напев у него? Овсяночного напева. Какой? Овсяночного напева. Овсяночный напев, да? Да. Около 8-9 колен. 8-9 колен. Вот имейте в виду. Певчий попугай. Это рубиновый называется певчий, да? Да. Ну, певчий рубиновый окрас. Окрас, окрас. Бело-красный.
В какую цену сливоголовый? Кого? Сливоголовый в качем? 15. 15. 3 года сам. 3 года самочка. Так, а здесь розелла пенантовая. Это молодежь, правильно? Ну, однако, вот этому год красному. Красному год, а это вот весенние. Друзья, сейчас бегло посмотрим, как карики разные. Раз, два, синие. Розелла пестрая. Здесь мафия волнистая. Смотрите, какие милашки все, а. Это да, это без проблем. Можно даже за 1,5. Без проблем. Потому что все равно мы домой поедем. Неразлучники. Все время вместе. Почем такие крупные волнистые? По 2. А это прям выставочные или как правильно? Это полувыставочные, да? Вот он пришел прям сюда. Какие они озорные. По 3 месяца. 3 месяца, да? И вот еще вот этот. Этим тоже по 3 месяца, правильно я понял? А волнисты почем? Эти по 400 рублей. Эти 3,5, эти по 1000. Эти по 1000. Здесь вот самочки тоже, смотрите, 600 рублей, 700 рублей. Чистые по 700, а вот с помаркой 700. Такие вот горлицы. Бабау. Горлицы, да? Угу. Почем они? 1500 голова. А мне тоже надо, да? Не надо, сиди. Не училась. Значит, надо, вот. Не-не-не-не, сиди. Я буду очень рад. 7. 6-7, да. Уже определяется. Так, тихо. Молодежь вот тут. Молодежь или взрослые уже? Я говорю, 6-7 месяцев. А, 6-7 месяцев. Молодежь везде. Розелы, карелы, молодежь. Друзья, вот и подошла наша ярмарка к концу. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует каждый месяц. Последнее воскресенье месяца состоится ярмарка в городе Кропоткин Краснодарского края. Всего всем доброго. Благодарю за внимание. До скорой встречи.